Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел отмечают профессиональный праздник – День дипломатического работника. В режиме видеосвязи представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассмотрел обращение от жителей Нижегородской, Кировской областей, Удмуртии, Мордовии и Чувашии. Заместитель полпреда президента Приволжья Олег Машковцев поздравил работников внешнеполитического ведомства и отметил профессионализм, с которым они решают различные задачи. После совещания Сергей Малов провел традиционный прием граждан совместно с руководителями отделений представительства МИДа из Саранска, Ижевска, Кирова и Чебоксар. Главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с развитием международных связей в регионах ПФО. В этом году мы задали вопрос о том, чтобы пригласить иностранных журналистов в Чувашскую республику. Также хотим всему миру осветить и рассказать, какой потенциал Чувашской республики, какие у нас есть культурные традиции нашего региона, какие туристические маршруты, чтобы жители других стран увидели наш потенциал, увидели всю красоту нашей республики и нам подтвердили, что, скорее всего, будут заниматься нашим вопросом, поэтому мы ждем большую группу иностранных журналистов с разных стран. Да, это мероприятие проходит традиционно, но кроме того, мы проводим эти приемы и у себя тоже в любое время. Любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, житель Чувашской Республики может к нам обратиться и получит те или иные консультации. А сегодня было проведено мероприятие с вышестоящими начальством в целях оперативного решения тех или иных вопросов.